Нет, вы проигрываете котам однозначно. Давайте еще разочек, поехали. Хорошо, хорошо. И, да, браво. И теперь центральная часть, на вас вся надежда, вы играете охотников. Значит, это охотники, которые гонят волка. Они страшно боятся встретиться с волком. Поэтому они кричат так, чтобы волк не подошел к ним на расстояние километра. Они улюлюкают, они хлопают в ладоши, они топочут ногами. Попробуем, да? И... Этого мало. Ну что, в принципе, мы готовы, работаем по моей команде, хорошо? Итак, у нас Петя, птичка, утка, кошка, дедушка, волк и охотники с ружьями. Рано утром пьяный Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую лужайку.
вслед за Петей, переваливаясь сбоку на бок, показалась утка. Она обрадовалась, что Петя не закрыл калитки, и решила выкупаться в глубокой луже на лужайке. Thank you.